Доброго времени суток. Пес не смог сдержать слез, найдя свой дом. История Хатика тронула весь мир, но он не единственный пес, который лишился заботы любимого человека. К счастью, не все истории заканчиваются трагично. Из-за нелепой случайности Стиви Роджер потерял двух четвероногих друзей. Они сбежали из дома и забрели к соседу-фермеру, который их не пожалел. Одной собаки не стало на месте, а вот второй удалось укрыться. Хозяева не теряли надежды. Расклеивали объявления в поисках пса. Однако, шли года, а никаких вестей не было. Пока спустя 8 лет к Стиви не позвонили люди, утверждающие, что видели его собаку. Преодолев расстояние в 500 километров, Роджер наконец нашел приятеля. Он был не в лучшем виде. Жизнь для него оказалась трудной, что вылилось в истощение и дистрофию. Его еще только ждет лечение, но наверняка можно считать, что у хорошего мальчика наступили светлые времена. Самое невероятное в таких историях, что спустя столько лет животные узнают людей, с которыми жили, и едва ли не плачут, воссоединившись с ними. Спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.